Thulv's fur bristles. He wants to jump, wants to bite. His eyes dart back and forth as he sniffs the air. He can't see them anymore, but he can smell them. Many, many strangers. Забавно. То есть, если не говорить с животным на языке животного, то даже интереснее получается чего-то. Ну, там такой разговор, когда ты вроде чувствуешь настроение собеседника, но ты не понимаешь, о чем он говорит. His ears twitch as he lowers his head down into your lap. Мы подружились с волком. На мне выдрессировать не вышло.